Приветствую всех на канале Есть Поесть, и сегодня я покажу, как экономлю время, делая такие полуфабрикаты. Котлетки, замороженные в формах для кексов, получаются идеально ровными и одинаковыми. А благодаря тому, что мясо режется ножом, у них необычная консистенция. Список ингредиентов вы увидите под описанием к видео, но, разумеется, сюда можно добавлять все по своему вкусу. Итак, у меня два таких достаточно крупных филе куриной грудки, поэтому я каждое порежу сначала вдоль и потом уже полосочками. Если вы берете замороженное филе, сильно его не размораживайте, так будет удобнее резать. Далее режу квадратиками, как можно мельче. Добавляю резанный репчатый лук, немного тертого чеснока. Отдельно к яйцу добавлю соль и специи по вкусу. Взболтаю и вылью в фарш. Добавлю 1-2 столовые ложки майонеза или сметаны и 3-4 столовые ложки муки. Остается все хорошенько размешать. Котлетки можно жарить сразу, выкладывая массу ложкой на сковороду с разогретым маслом. А можно сделать вот такую заготовку. Я беру силиконовую форму для кексов, смазываю растительным маслом и плотно укладываю фарш. Кстати, таким образом прямо в формах можно хранить в морозилке, а потом при необходимости прямо так, не размораживая, запечь в духовке. Сейчас я заполню форму, поставлю ее для удобства на разделочную доску и уберу в морозилку. Затем извлеку котлетки и убираю их для дальнейшего хранения в пакетике. Посмотрите, все отлично вынимается. Кстати, замораживать можно и в железной форме для маффинов. Там также все отлично извлекается ударом об стол. Ну и затем, когда нужно пожарить котлеты, я это делаю прямо не размораживая. Выкладываю их на разогретое масло, поджариваю с одной стороны, затем переворачиваю и жарю с другой стороны. Переверну их еще раз, накрою крышкой и доведу до готовности. Кстати, готовятся они очень быстро. Итак, друзья, кому понравился этот рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Подписывайтесь на канал Есть Поесть, смотрите другие мои рецепты, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, увидимся в следующих видео.